Школы 22 городов и районов Краснодарского края получили 84 новых автобуса. Такая машина, оснащенная ремнями безопасности, тахографом и навигационным оборудованием ГЛОНАСС, въехала сегодня и на двор 6-й школы станицы Саратовской. Приятное событие и для учащихся, и для руководства школы, ведь теперь проблем с подвозом детей на учебу станет гораздо меньше. В нашей школе сегодня большой праздник. Мы получили еще один школьный автобус. И теперь нашим детям комфортно и удобно будет добираться до места получения их знаний. Автобус ГАЗ на 31 посадочное место был приобретен по региональной программе развития образования в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Он пополнил уже значительно обновленный автопарк школьных автобусов муниципалитета. Всего у нас за 4 года мы обновили школьный автопарк на 8 единиц. Сегодняшний автобус – это 9-я единица. У нас нет старых автобусов. В этом году спасибо Анне Алексеевне, нашему вице-губернатору, спасибо министру образования Елене Викторовне Воробьевой по просьбе главы муниципального образования город Горячий Ключ Сергея Викторовича Белопольского, нам сегодня автобус предоставили бесплатно. И, конечно же, мы приняли решение направить именно в 6-ю школу, потому что в этой школе больше 200 детей на подвозе. Появление нового транспорта особенно важно для жителей и станицы, и близлежащего военсовхоза. С его помощью школьникам будет не только удобно, но и безопасно добираться до места учебы. В канун Нового года уже традиционно в крае получаем мы автобусы. Если учесть, что у нас ежедневно 500 детей добираются в школу и обратно домой из разных мест, удаленных мест нашего муниципалитета на школьных автобусах, то сегодня мы понимаем, что доступность для детей безопасного прибытия в школу и обратно домой, она в нашем муниципалитете образование обеспечено.